Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Ванам Манохар Банча калпатарувасе ке пасинду бхавача, патитананг павуне бхавишна вибью намо намо. Муканкароти вачаланг пангунланг хайтгирим, ятки патаманг ванди парама нандамадвам. Биндахуй тусидеви пиави кесвасача. Шнабхакти паде деви саттваттои намо намо. Нараяна намаскритто норанчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай Шанкиртане кришна катху падеше Гаурия патрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти йогто Бхакти прамодакша жагод варун Дхайям сада парибхавагна мабиштадухам Тетас вадам сива виринчанутам сараньям Бхитаттихам панатопал бхавадибутам Банде махапурусате чаруна равиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Виспуриджитакима пикапавадусва дарши Пурна нурагра сасагра сармурти Сарадхика мэй када кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддайта гада дхарасивасади Гаура бхакта винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддайта гада дхарасивасади Гаура бхакта винда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu. Шанкиртаной капитару камала йотакшо Вишамбару дижавару югадхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану рупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пхарам Варанаси пурапати бхаджави санатам Ваги саджушо бадане Лакшмир джасача вакшаши Джасястехиде самбихид Вам нишинга махам бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Naivatmano Prabhurayam Nijalabhapurno
Наиватману прабхурайам нижалабхурно манам жана давидушо коруно бините жадияд жано бхагавате видади таманам тачатмане пратимукхасья жатха мукхаси наиватману прабхурайам нижалабхурно манам жанада видушо коруно бините жади жади жано бхагавате видади таманам тачатмане пратимукхасья жатха мукхасри Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру told with a darshan, dirty darshan, to get control over the whole world. If I want to see this whole world, this is one kind of strong bondage for me. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если мы со скверным даршаном, в смысле, если мы хотим контролировать весь мир, всех и каждого в этом мире, то если с таким видением мы будем видеть этот материальный мир, то является оковами для нас. И такой скверный даршан, он не что иное, как склонность к наслаждению. Если я буду смотреть на каждого с наслажденческим чувством, то в этом случае это подобно оковам для меня, я не смогу освободиться от них. На самом деле, Бхагаван никогда не ожидает ничего от нас. Бхагаван не нищий, но все же он один, но все же говорится, что он нищий. Почему? Поскольку он хочет обрести абсолютную любовь от нас, и он просит ее у нас. Он хочет обрести ее. И Бхагаван, он ожидает этого от нас. Материальные вещи, они все, если мы, у нас есть богатство или множество других вещей, мы хотим дать это Бхагавану, но Бхагаван не заинтересован в этом. Бхагаван, он хочет обрести любовь от нас. И поэтому эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Прахлад Махарадж говорит Нарисимхадеву, у Бхагавана нет никаких надежд на нас, только он ожидает обрести чистую любовь. И если мы предлагаем все наше имущество, все, что у нас есть, Бхагавану, это все равно, что смотреть на свое отражение в лице, в зеркале. И вот то, что вы видите в зеркале, это всего лишь отражение вашего лица. Зеркало всего лишь отражает. То, что перед ним. И также здесь, в соответствии с нашей бхавой, внутри нашего сердца, мы можем обрести успех. Бхагаван не ответственен за это. И вот в соответствии с нашей бхавой внутри нашего сердца мы можем обрести успех, обрести результат. И кого же обвинять в этом? Бхагаван не при чем. И поэтому в Веданта Сутре говорится, глупые люди не могут понять, что зеркало всего лишь отражает то, что перед ним. И вот Ваман, он не нищий, чтобы ходить и обманывать царя, чтобы забрать все его имущество.
Это милость с его стороны, но материальные гуру. В случае с этим Бали Махараджа Матея, его материалистичный гуру, да, все предупреждал его, чтобы тот ничего не давал, поскольку это вам он может все забрать. И вот эти гуру-материалисты никогда не думают о бхакти, о преданности, о том, как помочь своим ученикам обрести преданность Верховному Господу. У них таких мыслей нет. Они всегда пытаются получить какие-то деньги, какое-то уважение и прочие вещи от учеников. И поэтому садхгуру очень и очень редки. Если скажу «нет», то это не правильно. Это очень редко. Обрести садхгуру очень сложно. И вот такой гуру, как Шукрачарья, кто всегда занят деньгами, положением в обществе, подсчетом прибыли, убытков и прочими телесными вещами, они дадут неправильные наставления, которые в их понимании правильные. И вот материальные гуру всегда пытаются защитить материальные интересы своих учеников, поскольку они дают им пожертвования, поэтому это в их, как сказать, интересах, и поэтому их настроение полностью отлично. Но Бали Махарадж, он обрел общение с Прахлад Махараджа. Бали Махарадж, он демон, но Бали Махарадж обрел общение с Прахлад Махараджа. И вот как, смотрите, насколько чудесно. Гурудев говорит, смотри, это сам Вишну, это не какой-то маленький человек, это Вишну, не смей ничего давать, его он все заберет у тебя. Но Ваман, он явился в этой форме не для того, чтобы обмануть Бали Махараджа, для того, чтобы даровать ему милость. Но даршан Шукрачарьи, он таков, такой скверный даршан. Бали Махарадж думает, хорошо, если это Вишну, то тогда, несомненно, я дам ему все, что он просит. До этого я не знал, что он Вишну. Поэтому колебался, если Вишну, то, несомненно, дам ему все, что он хочет. Это успех, величайший успех нашей жизни. И вот в этой жизни нет никаких гарантий, мы не знаем, как, сколько мы можем жить. В любой момент мы можем оставить свое тело. И вот Бали Махарадж, он не принимает наставления материального гуру. Get displaced from this. Okay? Still I cannot get deviated from my track even 0.001 centimeter, a millimeter. Determination is a must. У нас должна быть решимость следовать по духовному пути и не отклоняться ни на миллиметр. Поскольку если наш ум беспокоен, нестабилен, то мы ничего не достигнем. Я знаю, вы слушаете много харикатхи, но все же не каждый может принять это, переварить. В этом проблема. И вот принятие, после того, как мы съели какой-то просад, нужно еще его переварить и усвоить его, иначе что толку? И это возможно
только по милости Садхгуру. По его милости мы можем принять все. Поэтому может быть много разумных людей очень с хорошей памятью, богатством и прочими способностями, но мало кто может обрести бхакти. Многие могут запомнить, повторить, но осознать все это и обрести бхакти далеко не каждый может. Только по милости Гуру можно обрести все. Только благодаря Гурудеву, даже внешне необразованный человек, как Падмапад, может обрести успеха. И вот в этой лиле наша Гурварга приводит пример с этим Падмападмой. Он ученик Шанкарачари был, он не образован, внешне был, но служению Гурудеву он обрел все знания и мог наизусть произносить все писания. И даже не обязательно так далеко искать примеры, даже здесь буквально около 200 лет назад и того меньше. Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он дал наставление Бихари: «О, Бихари, читай Бхагаватам». Бихари сказал: «Что вы говорите, я читать не умею». «Но все равно читай». И «Как я могу читать, я не образован». И вот по милости Бабаджи Махараджа он открыл Бхагаватам и начал читать, хотя не умел. И это могущество Садхгуру. Бихари, он нес Бабаджи Махараджа Навадвипу в корзине на своей голове, по дороге тигр попался спящий. И Бабаджи Махарадж спросил, почему тут назад повернул, как там тигр спит, не бойся, иди вперед. И в этом было его могущество. Он видел тигра как спутника Махапрабху. И вот только по милости Гурупад Падмы, что невозможно, не могу сказать, что возможно, поскольку сложно даже сказать, что невозможно, по милости Гуру возможно все. И вот в шастрах Шри Чайтанья Махапрабху сам говорит, как развили это неправильный сиддханту, я не знаю. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, вот на Бенгале такие слова. Осознанно или неосознанно, если какая-то шрадха разовьется внутри нашего сердца, и тогда мы сможем обрести сатсангу. И иначе мы не поймем пользу и благо сатсанги. И весь успех нашего баджана зависит от сатсанги. Есть много вещей, которые мы должны обсудить. И вот шрадха – это очень важно. И после этого вопрос садху-санги возникает. Так много примеров в Пуранах, в Упанишадах. И вот that jiva can run for satsanga. After satsanga,
Если кто-то после сатсанги опять стремится к сатсанге, это невозможно. Если случается, то значит его асатсанга была неправильна. Джива Госвами Пад говорит, что сатсанга, она неизбежна. Мы почувствуем после сатсанги, несомненно, какую-то реакцию в нашем сердце. Джива Госвами Пад приводит такой пример, что осознанно или неосознанно, если мы примем яд, то почувствуем последствия этого яда. Неважно, приняли его, зная или не зная, так или иначе он окажет свое действие однажды. Человек, мыши хотел отравить, они его достали. И вот я увидел большую змею, она в чью-то комнату заползала, чтобы мышей там половить. Потом я там видел змея, на дерево залезла, чтобы яйца съесть птичьи. Then you can find anyway, Tilbury. How it is possible for me to stay in Vrindavan? My power is very high. Night time without speaker, I'm going with water, lantern. Махарадж жил во Вриндаване достаточно долго. Там очень простые условия, были множество змей, шакалов, привидений всяких и прочей нечисти. И вот вначале мы должны стать бесстрашными, и бесстрашие может прийти к нам тогда, когда мы поверим Гуру Вайшнава на 100%. Если у нас есть огромная вера в Гуру Вайшнава, то ничто не сможет помешать и остановить нас. И вот эта вера — это главное, без которой не может быть никакого баджана. И вот суть в том, что вера может развиться на пути нашего баджана. И вот мы видим, что наш Бали Махарадж, он развил огромную веру в лотосные стопы Гуру Вайшнава, в Бхагавана. И поэтому Ваман Махарадж пришел, чтобы благословить нас. И те, кто полубоги, они думают, что они обретут милость, поскольку Бхагаван, он и даровал нам. И вот Бхагаван и вот такие материальные гуру всегда пытаются защитить материальные интересы своих учеников. Но Бали Махарадж так или иначе следует своему шикшагуру, изначальному гуру. Шикшагуру не могу сказать, поскольку это Шукрачарья, он гуру всех асуров, но все же признаков гуру у него нет, нельзя сказать, что он гуру. И с помощью гуру Крипы он смог осознать. И он предложил все, что у него было. И вот
он согласился дать вам мне три шага с земли, и он первым шагом покрыл все материальные меры, вторым — духовные, и спросил, куда же ставить третью ногу. И вот мало того, он даже своей ногой проткнул вот эту оболочку. Это там, где течет река Вираджам, граница материального и духовного миров. И второе, еще есть объяснение, что когда он проткнул ногой вот эту границу материального и духовного миров, то Брахма увидел, что это Вишну явился, он решил омыть его лотосные стопы водой со своей камандалы. Если кто-то говорит, что он не видел Бхагавана, это ложь. Махапрабху говорит, Джала Брахма, Господь в форме воды. Пундарик Видянитхи, он видел Бхагавана в форме воды Ганги, но мы не можем поверить. Это неправильный даршан. И вот Раман, он забрал все. И отправил Бали Махараджа на Суталу. Но на Сутале больше богатства и изобилия, чем на небесах. И Брихат Бхагаватамрити также сказано, что Вамана, он защитил Бали Махараджа. Он какое-то время находился в качестве его этого швейцара. Он охранника стоял на воротах и охранял. И когда Равана пришел, он как раз его отправил куда надо. Ну, в смысле, выгнал. И вот, когда Бхагаван, Гуру Вайшнавы что-то берут у нас, мы не должны думать, что мы помогаем, спасаем их с помощью своих каких-то пожертвований. Если они что-то принимают у нас, и мы должны думать, что это милость. Даже о Бхагаване я говорил вам, что он сам Вишну, что он будет делать с этим богатством, которое находится в этих 14 мирах, но все же Вамана он принял, поскольку он пообещал. Паяврата. Адити совершал эту паяврату. И он, она была успешна, и Адити попросила то, что все мои сыновья с небес, они чувствуют себя обездоленными, их царство забрали демоны, я не могу видеть их боль, их такие чувства по утраченной собственности. Вамана явился в форме Адити и в жизни Адити и Кашьяпы, чтобы исполнить желание их. И вот таким образом сегодня Вамана Двадаши. И это очень важный день. И нет у него времени обсуждать много вещей, поскольку сегодня также день ухода Шилы Джива Госвами Пады Татвачарья. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, он Татвачарья. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что во всей Вселенной, не только во всем мире, во всей Вселенной, такого великого татва-вида, как Джива Госвами Пад, сложно найти, практически невозможно. И почему наш Шрила Бхактивинода Тхакур говорит таким образом? Бхактивинода Тхакур говорит, поскольку обязанность татва-ачарьи давать полную защиту Сиддханте.
И Шрила Прабхупад также говорил, что это главная обязанность Святого Ачарьи, чтобы давать полную защиту Сиддханте. Если Татва Ачарья не защищает Сиддханту, то день за днем вся эта татва пропадет, и мы станем подобны обезьянам и собакам, будем только есть и спать. И таким станет наш баджан, поскольку наша татва только нас защищает нас. Наше образование, деньги, ничто не может защитить нас. Только Татва Ачарья, он может защитить нас. День за днем, и вот эта татва, богатство сампрадая и учение, оно уходит, к сожалению. И поэтому наш Шрила Бхактивинода Тхакур хотел сказать, что наш Татва Ачарья Джива Госвами Пад, он дает нам полную защиту. И вот Санатан Госвами Пад не защищает нас, защищает, но полную защиту. Она может быть обретена только от Джива Госвами Пада, поскольку Рупа и Санатан, они, конечно, хороши, но многие превратно понимают Рупу и Санатану. Есть всякая вероятность понять их неправильно. Почему они говорят так или иначе? И поэтому те глупые люди, они жалуются, что Джива Госвами Пад, он не находится в преемственности Рупы Санатана. Поскольку то, как они говорили, писали, их стиль речи, учения, обычные люди не поймут. Есть очень великая вероятность, что поймут превратно. И вот Джива Госвами Пад смог осознать после Рупы Санатана Госвами, они были главными в этом Гаудия Вайшнавском обществе. Они контролировали все духовное движение. И если нас никто не контролирует, мы, как правило, теряем все. И таким образом Рупа и Санатан, они написали множество вещей, но есть большая вероятность, что мы превратно их поймем. Только Шрила Бхактивинода Тхакур и наша Гурварга не могут дать нам правильное понимание, не каждый. И поэтому это в этом большая проблема. Наш Джива Госвами Пад пишет снова и снова, перед тем, как написать Сандарбхи. Джива Госвами Пад написал множество книг. И мы не можем понять важность и значимость этих книг. Они очень сложны для понимания. И также из Агни Пураны объяснение о Гайтри, которое очень важно. Так много вещей он написал. Вот он, Расамрита Синду. And
И по милости Гуранги Махапрабху, я хочу сказать так много вещей, времени на все не хватает. И вот Джива Госвами Пата набрел полную милость Нитьянанды и Гуранги. Когда Джива Госвами Пат был очень маленьким, в то время Рупа Санатана Анупам, они пришли, чтобы встретиться с Махапрабху в Рамкеле, и вечером они меняли одежду, переоделись, они были министрами, переоделись простыми нищими и пошли, чтобы встретиться с Махапрабху. Санатан был и там, Нитьянанда и прочие преданные. И вот хотя мы можем сказать, что Джива Госвами Пад, он решил оставить дом, поскольку уже Рупа и Санатана они давно достаточно, у них уже этот отец умер, им проще было. И вот, возвращаясь из Вриндавана, по пути мимо Аллахабада, там Анупам оставил тело отец Джива Госвами Пада. И в итоге в Бакла-Чандрапуре они жили. Там у них дом был подобно дворцу, но Джива Госвами Пад не хотел там жить. И вот он решил оставить дом, и тем временем он уже закончил свое образование и молился о том, чтобы встретиться с Махапрабху, и во сне он обрел Вадаршан. И после этого он пришел в Навадвипдаму. И вот Джива Госвами Пад, он был очень удачлив, чтобы совершать Навадвипдам парикраму с Нитьянанды Прабху. И поэтому Дама Парикрама или Дам Даршан, если мы хотим видеть сами, мы не можем видеть. В киртанах говорится, что все эти места лил мы можем увидеть только по милости Пранаи Бхакта. Те, кто, у кого есть близкие отношения с Бхагаваном. И после этого Джива Госвами Пад дает наставление, что мы должны отправиться во Вриндаван. И на пути во Вриндаван и Варанаси ученик Сарвабхаума Бхаттачарья Мадхусудан Бхаттачарья, он учился там. Хотя он все знал, но так овалило. И вот в начале всего, по пути во Вриндаван, Варанаси находится, вот там он учился у Мадхусудана Бхаттачарья. Он был великим пандитом. Мы не можем представить, раньше он был майавади, но когда Сарвабхаума Бхаттачарья изменил свое настроение полностью, он стал великим преданным. То с помощью него этот Мадхусудана Бхаттачарья тоже стал великим преданным, хотя прежде тоже был майавади. И вот он знал, имел полное знание о Веданте. И вот очень быстро Джива Госвами Пад изучил Веданту, Панишаду, Бхагаватам, все. И Мадхусудана Бхаттачарья был удивлен в виде его такой очень тонкий интеллект. И вот потом он отправился во Вриндаван, чтобы встретиться с Рупой Санатаной. Там
И вот там под руководством Рупы Санатана он совершал баджан. Каждую часть секунды, если мы оставим свою анугатью, то что случится? И вот Джива Госвами потом совершал свой баджан, и он помогал Рупе Госвами Паду с самого Гурудева. Он получил посвящение от Рупы Госвами Пада. Санатан Госвами был вот Шикша Гуру, так или иначе он помог Гурудеву написать множество вещей. И таким образом Джива Госвами Пад всегда помогал. Даже Рупа Госвами Пад и Санатан Госвами Пад, они решили давали то, что они писали для этой садхана, для редактора, ну, чтобы проверить какие-то опечатки, там, описки и прочие вещи. Вот для редактирования ему в конце давали. Это о чем говорит? О том, что Джива Госвами Пад был очень сведущим и признанным пандитом. И вот он, я хочу сказать о нескольких важных вещах относительно его жизни. В Упанишадах говорится: «Тат бигьянартам са гурум эва бигачет». Ученик, который может помнить каждое слово Гурудева. Почему Гурудев говорил так или иначе? Он настоящий ученик. Много раз Шрила Прабхупад говорил, если в нашем сердце, если внутри нашего сердца мы можем видеть Гурудева, что он делает, что говорит. И вот если ученик, который может чувствовать присутствие Гурудева в своем сердце, и он дает, Шрила Прабхупад говорит, что такой ученик достиг успеха, ему не нужно куда-то ехать в Пури, чтобы толкаться по толпе, чтобы увидеть Джаганнатха, он отсюда может видеть Джаганнатха, Патит Павана, когда бы он ни захотел. И вот в соответствии со своим желанием он может обрести даршан Верховного Господа. Это признак того, что сердце человека чисто, но достичь этого уровня не так просто. Терпение — это наивысшее сокровище в нашей жизни. Я уже говорил о Гангамата Такуране и прочих преданных. И вот когда я смогу понять пользу лотосных стоп Гауранги Нитянанды, отречение автоматически явится. Это не какая-то гимнастика и тренировки, чтобы вот пытаться что-то делать, так тренироваться и что-то обрести потом. И вот объяснение этой шлоки может занять неделю, но я хочу кратко объяснить ее. Тат Вигьянартхам, если вы хотите изучить Бхагаватам, обрести Бхагаватату Вигьян, то вы должны прийти к Садгуру, который милостив ко всем живым существам, не только каким-то богатым людям милость оказывает, нет. Он признак Садгуру в том, то, что он милостив ко всем душам.
неважно, в каком теле они находятся, в человеческом или в теле животных. И вот здесь очень важно, то, что мы должны приблизиться к Таттва-Вид-Гуру. Если мы не сможем прийти к Таттва-Вид-Гуру, например, кто-то от гуру принял, силой, не про сам какого-то гуру нашел, непонятно где. То есть некоторые принимают гуру по количеству учеников, последователей, там, количество храмов, там, богатства и прочее. И вот много людей оскорбляли Шрилу Прабхупаду. Спрашивали, где ваш Гурудас живет, где храм его, где должность Гурудава какая. И вот Шрила Прабхупад, если во всем мире найти самого разумнейшего человека, то это будет Шрила Прабхупад даже. Эти полубоги на небесах не столь разумные. И вот наша разумность возникает тогда, когда у нас нет никаких желаний в нашем сердце. И вот разумность значит прямо линейность, то, что внутри, и имеется в виду то, что внутри нашего сердца, то и на нашем языке, Джива-Госвами-Пад, они говорили нам так, мы не должны ничего скрывать, то, что внутри нашего сердца, мы должны говорить об этом. Если кто-то игнорирует нас, оскорбляет, мы не должны обижаться на них. Мы не должны также как-то общаться с ними, но пытаться им что-то сделать. Ну, то есть смысл в том, что мы должны быть прямолинейны, то, что внутри нашего сердца, то и на деле должно быть, и на словах. И вот, чтобы узнать татву, мы должны прийти к Таттва-Вид-Гуру. Почему? Кто-то может спросить. Поскольку, если вы зададите какой-то вопрос Гурудеву, если он не сможет ответить, то вы потеряете доверие Гурудеву, поскольку он не может ответить на ваши вопросы. Садхгуру может решить любые проблемы, которые возникают во всех этих 14 мирах, даже тех, которые на небесах. И вот смотрите на могущество Садхгуру. И вот много людей оскорбляли Шрилу Прабхупаду, поскольку Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа было ни учеников, ни храма, ел, что придется. Но Шрила Прабхупада отвечал, спрашивали, какая должность Гурудева. Тот отвечал, что постоянное место жительства моего Гурудева — это лотосный стоп Шримати Радхарани, но сейчас он живет на берегу Ганги. И он может решить любые проблемы, которые возникают во всех этих 14 мирах. Нет ни одной проблемы, которую он бы не мог решить. И вот в соответствии с оценками материальных людей, мой Гурупад Падма,
он внешне у него нет образования, никаких должностей. Но будьте уверены, он может решить любые проблемы во всех мирах, поскольку если Кришна внутри его сердца, то автоматически это может произойти. Шрила Прабхупад не говорит никакой ложной философии. Если Кришна внутри меня, то все возможно. И вот Джива Госвами Пад Сандарбха. И вот он говорит, что мы должны прийти к Тататва Видгуру. Если он не может ответить ни на какие вопросы, то тогда какие-то сомнения могут возникнуть, что Махапрабху Падма не может решить эту проблему, мы разрываем неверие. И вот вопрос в том, Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж внешне не образован, но кто сказал, что Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж не Татвавид? Это уже проверено, что Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж может ответить на любые вопросы в любое время. Шрила Прабхупад, он доказал это, и вот, может, внешне мы можем найти, что Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж не образован, но он может ответить на любые вопросы, решить любые проблемы в нашей жизни, поскольку Бхагаван Си Кришна, Гуранга Махапрабху, находится внутри его сердца. И если Бхагаван находится внутри его сердца, то Дулу Махарадж, он, будучи пятилетним, когда Бхагаван пришел, чтобы получить даршан Дулу Махараджа, и вот когда Бхагаван пришел, чтобы получить даршан Дулу Махараджа, не Бхагаватам, Бхагаван говорит, он, я пойду в Мадхуван, чтобы получить даршан моего маленького преданного. И вот я пойду, чтобы увидеть моего маленького преданного, я пойду к нему. Но Дулу Махарадж, он пятилетний мальчик, он не может ничего сказать. Он хотел прославить Бхагавана, но не смог. И Бхагаван понял, что он хочет что-то сказать, чтобы прославить его, но не может. И он взял раковину, шанку, прикоснулся к его к щеке, и Дулу Махарадж, он начал говорить потоком стихов. И как это возможно? И вот если Бхагаван есть, то все знание, оно явится в нашем сердце. Кто дал вдохновение Эйнштейну, чтобы теорию относительности вывести? Все возможно, и это наставление Джива Госвами Пада в Сандарбхах. И вот о Сандарбхах я могу сказать что-то. Если я спрошу что-то у моего Гурудева, если он не может ответить, то мы разовьем неверие. И поэтому Сагурум Эвабхигачет, мы должны приблизиться к такому гуру, кто имеет прямое или косвенное осознание. Мы не должны приходить к гуру с пустыми руками, мы должны принести что-то, буквально какие-то дрова для яги. То
То есть, если мы идем на яги, нужно какие-то дрова, горючее для этой яги принести. Это значит наше самопредание, все наше ложное эго, превратные представления обо всем. Все мы должны предать, предложить огню яги, которую совершает Гурудев. Каждый может прийти со своими подношениями и все свое ложное эго сжечь в огне этой яги. И тогда Гурудев освободит вас от всех проблем. И вот Бхагаваттатва Вигьян, если вы знаете, вы должны достичь этого уровня. Вигьянартам сагурум айва вигачет. Гачет значит витхилингам. Это должно быть. Гачет значит витхилингам. И вот мы... И какова процедура? Брахманишта, мы должны принять такого гуру. Во всем мире множество разных гуру. Мы не можем сражаться с ними, но мы должны знать признаки, кто уже находится на пути Шаутапанхи, кто не отклонился от пути Шаутапанхи. Не гневайтесь на меня, я хочу дать вам секрет, великое сокровище, чтобы никто не одурачил вас. И вот мы должны приблизиться к такому гуру, кто находится на пути Шаутапанхи. Какая-то падшая душа не может быть гуру. И мы должны знать, как определить, кто гуру, а кто просто какая-то обусловленная душа. И вот Шрутриям и Брахмаништам, тот, кто утвердился на пути Шаутапанхи, тот, кто не производит какую-то новую философию в своем уме. If at all going to give you honor, maybe you are teach and cheating you. Oh, you are great, you are doing so many seva, then my Gurudev cheating you. If Gurudev going to provide a slap, idiot, what? And say, keep up. He love me. Foolish people cannot understand. Если Гуру хвалит кого-то, то это не значит, что он доволен этим человеком. А если ругает кого-то, то это, скорее всего, настоящая милость такой человек обрел. И этот гуру должен знать, что такое Бхагават-сева. Если он сам этого не понимает, что он может дать другим? Какие-то сухие мантры, что толку от них? И по милости Гурудева осознание его чувства сева, оно придет в наше сердце, и это зовется гуру. И вот без Дживы Госвамипада мы весь наш Гаудия Баджан был бы слеп, поскольку обусловленные души всегда выражают различные сомнения. Если мы будем читать Агни Пураны, Сканда Пураны, то это не баджан. Кто-то может читать для интереса какого-то материального. Я видел один преданный из Германии, приехал на шмат. Вот он со мной познакомился, но смотрю, он какой-то не преданный, а какой-то материалист. Купил кучу книг. Все, что были, скупил все книги. Я смотрел, что будет дальше. Он сидел в комнате и читал. Он думал, что чтением книг может чего-то достичь. В итоге потом он пропал куда-то, уехал.
Больше последние лет 25 его не видел. И вот есть всякая вероятность превратно понять Бхагавана Шри Кришну, Радхарани, Гуру-Варгу. На каждом шагу можно превратно их понять. И уже Бхагаватам говорится. Бхагаватам на каждом шагу буквально можно превратно понять то, что там описывается. И вот примеры могу привести. Так или иначе, те, кто глупые люди, они говорят, что Парикшит Махарадж – великий царь, великий преданный. Может, он на пути Гьяна-марга. Он оставил все богатство. Бхарат Махарадж, он оставил все. Прекрасную жену, жен прекрасных, детей. Как это возможно? Отказался от всего материального, как от испражнений, ушел совершать уединенный баджан на сейчас это не территория Непала, где рождаются шалограммы в реку Гандаки, там совершал баджан три раза, принял омовение, повторял мантры Гаятри. Это про Бхарат Махараджа рассказывается. И однажды по... из-за влияния Майи он обнаружил какого-то беспомощного олененка. И его сносило водой. Ну, он увидел, что олениха утопила воду, то тигр появился, олениха от страха прыгнула в воду и в процессе родила этого олененка. Она умерла, похоже, от страха перед тигром. А олененок там плыл в течение, внесло течение, вот Бхарат Махарадж прыгнул в воду, спас этого олененка. Думал, что он маленький, чем его кормить, траву не может есть, пошел в деревню, никогда не ходил, а тут из-за олененка пошел, принес молока, и вот таким образом день за днем занят тем, что ухаживал за олененком. Не только это, также потерял концентрацию на своем баджане, и в итоге пал, и в следующей жизни он родился оленем. Каланджан Прадеш, где-то там, но он помнил свою прежнюю жизнь и плакал, что из-за такой малой ошибки он практически достиг успеха на пути баджаны. И так из такой глупой ситуации он упал. В итоге он решил отправиться туда же, где он совершал баджан. И вот он в оленем теле пошел туда, на реку Гандаки, принимал омовение, плакал, вспоминал то, что он делал, и решил оставить тело. И в итоге с полным сознанием он оставил тело в самой реке Кали-Гандаки, где рождаются эти шалограммы, являются. So he took the chance to take birth as a Brahmin boy, as Jada-Bharata. И вот он в следующей жизни уже родился в семье брахманов, как Джада-Бхарат. Most of the people can say. И вот большинство людей скажет, что он пал глупый Бхарат Махарадж, но комментаторы пишут, что это дом, есть предыстория всему этому. Вот об этом я могу говорить более подробно. И вот эти комментаторы говорят,
что если обычно совершать баджан, если бы находился на обычном пути баджана, это заняло бы долгое время, и поэтому Бхагаван организовал так, чтобы тот чувствовал огромную потребность, огромное влечение к Бхагавану, как Чайтанья Бхагавати. Гададхар Пандит спросил, пытайтесь понять это все. И вот Махапрабху из-за великого чувства разлуки просил Гададхара: «О Гададхара, где же Бхагаван? Где Бхагаван?» Гададхара сказал: «Внутри твоего сердца». И тот хотел открыть, разорвать свое сердце, чтобы посмотреть. И вот Гададхара остановил его силой, все равно тот поцарапал грудь сильно. Сучимата плакала: «О Гададхара, если ты не было бы тебя тут, вот он бы умер, я бы Нимая потерял». И вот посмотрите, какое огромное влечение к Бхагавану. Махапрабху спрашивает: «Где же Бхагаван?» Из-за чувства разлуки: «О Бхагаван, можешь ли ты сказать, где он?» Тот сказал внутри твоего сердца, что так. И вот Махапрабху хотел открыть свое сердце, чтобы посмотреть, там ли он. И вот Бхагаван хочет увеличить нашу потребность, в нем, наше стремление к нему. И поэтому иногда посылает какие-то сложные ситуации, проблемы в нашу жизнь. Мы хотим быстро получить все. Но Махапрабху говорит такие слова. И вот Махапрабху задает такой вопрос Рамахаше на берегу Годавари, и вот Махапрабху спрашивает: Саддавасту. Саддавасту значит объект нашего баджана. Та причина, по которой мы совершаем баджан, чтобы достичь успеха, чтобы обрести служение объекту нашему служению. Садья. И вот какова наша цель баджана? Это према. И без баджана никто не может обрести према. И вот Махапрабху говорил, что объект баджана мы не можем обрести без своего самого баджана. И вот Махапрабху говорит: расскажи мне, о Рамахаше, как достичь нашей высшей цели, нашего баджана. И вот когда Махапрабху говорит, как мы можем ожидать какую-то новую сиддханту от меня, если Махапрабху сказал так, мы не можем игнорировать слова Махапрабху. Жизнь за жизнью, тысячи жизней они совершают баджан, и в какой-то жизни они достигнут успеха. Можно вспомнить Гаджендру, он так много страдал, и после этого он достиг Господа. И случай с Бхарат Махараджи, когда он родился как Джада Бхарат, он уже достиг успеха. South India it is. Now it is written. И вот здесь говорится, наши комментаторы говорят, чтобы увеличить наше чувство к Бхагавану, наше стремление, наше желание Бхагавану специально,
организуют какие-то сложные ситуации, какие-то препятствия, как в случае с Джайвиджаем. Так много примеров я вспомнил. И вот когда Джайвиджай пришли в этот мир, они молились Господу: «О Бхагаван, как мы можем оставить Вайкунтху?» И Бхагаван сказал, что вы скоро вернетесь ко мне. Зависит от того, как вы хотите. Есть долгий путь, 7 жизней, нужно ждать будет. А второе — 3 жизни. Позитивным образом, если вы будете двигаться, займется 7 жизней, займет, если негативным, то всего 3. Это опять же долгая история, потом расскажет более подробно. И вот те, кто достигает Вайкунтхи, если я нахожусь на вашем месте, я задавал вопросы Гуру, что говорите, они пришли с Вайкунтхи, а как они пали с Вайкунтхи? Ну, тут никто не спрашивает. И вот иногда я спрашиваю, есть ли вопросы у кого-то. Если вы совершаете баджан, то должны быть вопросы. В школе профессора говорили, что те, кто сидят на последних рядах, они учатся плохо. И поэтому двоечники, вопросов у них никогда не бывает, сидят на задних партах. Так и тут. Если у кого-то вопросов в процессе баджана не возникает, значит, плохие ученики. И вот откуда вопрос падения с небесных миров, с духовных миров возникает. Падение ли это вообще? Нет. Но вроде были там, стали, родились в этом материальном мире, как демоны, Равана, Кумбхакарма, Хираньякашипу, как это не падение. Но нет. Это организовал Бхагаван, по его воле это произошло, чтобы какую-то лилу явить. Падение, значит, в Гите Бхагаван уже сказал. Бхагаван разве будет говорить ложь? То место, где... которую мы достигаем в процессе своего баджана, то обитель Верховного Господа, оттуда никто не возвращается. И комментаторы говорят, что это не было падением, это произошло по воле Верховного Господа. Вайкунтха, прасады, у них есть 18 йогических совершенств, 8 этих обычных йогических совершенств, 10 особенных. И вот они все с Джайвиджаем. И вот смысл о том, что им не нужно оставлять тело, они находятся в трансцендентном на Вайкунтхе, и в то же самое время им нужно доказать, что проклятие Чатушвана не ложное. И вот и Чатушван, поскольку проклял их, им надо было сделать вид, что его проклятие имеет силу, поэтому они сделали все, что он им напророчил.
И вот они приняли тонкую форму, спустились. Ну вот здесь еще уточняется, что они тела не оставляли, просто из-за того, что они имели йогические совершенства, они просто превратились в очень маленьких существ и вошли в чрево дити, и там уже родились как ее дети. Сначала в Кашьяпу Риши вошли, потом через него в чрево этой Адити и родились как Хираньяка и Хираньякашипу. И вот они не оставили тело. И почему я так вокруг хожу, чтобы понять все более правильно, чтобы наше понимание не было однобоким. Мы должны изучать Бхагаватам под руководством чистых преданных. И вот наши комментаторы Джива Госвамипад. Это очень обширное обсуждение. Те, кто не концентрируется на слушании всего, не могут найти связь. И вот Джива Госвамипад. С бесконечных времен мы очень благодарны Джива Госвамипаду, поскольку он совершил такое служение, которое невозможно. Мы даже не можем ожидать такого от Рупы и Санатана, хотя они сделали очень много. То, что хотел дать Рупа и Санатана Госвами, мы обрели это все от Джива Госвамипада. Они, конечно, дали нам многое, но мы не можем понять это. И как если кому-то дать смесь молока с водой, то кто-то попросит молока, если ему дать такую смесь, что он с ней будет делать? Как он может отделить? Но лебедя, он может извлечь молоко из смеси молока с водой, а другие живые существа не могут этого делать. И вот этот сван, этот лебедь Хамса, он может так делать. И вот Рупа и Санат, они, несомненно, дали нам все, но мы не можем принять это очень уж возвышенно. А Джива Госвамипад, он организовал всю Таттва Сиддханту в более простом для понимания виде. Как шесть сандарб, Джива Госвамипад написал множество вещей. И вот шесть главных сандарб, Таттва Сандарба, Параматма Сандарба, Бхагават Сандарба и Прити Сандарба. Прити Сандарба, и вот таким образом шесть сандарб. И главная цель за всем этим помочь людям понять, что такое Сиддханта, как в случае с Джай Виджаем. Почему Бхарат Махарадж оставил свое царство, все богатство, семью и потом привязался к Алине? В Пуранах говорится, что Кришна оставил тело, а тело Кришны потом понесли в крематорий, сожгли.
но пупок не сгорел, кинули в океан. Он доплыл до Нилачалкшеты, и еще что-то там было. Кто-то думает. Но иногда такие вещи пишутся, чтобы одурачить людей. Те, у кого нет преданности, вот для них это пишется. Вот Махапрабху дал наставление Рупи Санатане. И Махапрабху сказал: «О, Санатан, все эти лилы, они по воле йога майи происходят». Махапрабху сказал в Чайтанья Чаритамрите, это говорится, Махапрабху пишет, что все, вот это Махи Шихаран, эти все большинство джон Кришны были похищены каким-то лесным жителем черным. И Арджуна победил, что невозможно. И Махапрабху сказал, и вот похищение этих махиши, жен Кришны и Кришна Антардьян, уход Кришны из этого материального мира, его внешняя смерть, она явлена йога майи. И вот даже те, кто слушает Харикатху, должное время, даже некоторые саньясу получили. Do computer job with me. Can understand Bengali, Hindi, so nice, can translate. Suddenly, Anugatya is there or not, I don't know. He has so much capacity. But how much Anugatya is there, I have no guarantee. No guarantee. He went to Urupi. И вот этот человек в Удупи как-то оказался, но я, хотя я никогда не ездил туда, мне интереса нет, но вот тут по всей Индии ездил, пытался доказать, доказался, что он великий пандит, и там вместо Ачарьи он переспорил его. И в итоге тот сошел с ума. И тот потерял веру в Гауди Баджан, в Гурудева, в итоге пал. Оставил саньясу, вернулся к себе домой, но в деревню свою, женился. И он еще в процессе собрал множество книг со всех мест. Sleeping in library, stealing books, and after that, whatever. So much Siddhanta. Computer, so nice. So nice computer, he can do so many things. He live, enter into... В общем, человек очень хороший был, очень способный, к сожалению, упал и оставил Гауди Баджан. Вот так иногда случается. И вот если преданные теряют веру, это большая проблема. Меньше баджана совершенно не так плохо. Но
Но если мы потеряем веру, то гораздо хуже. И вот татва сандарбха. И вот мы должны следовать Шри Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру. Если мы изучаем татва сандарбху, то Джива Госвами потом лучший из пандитов. Вот он написал татва сандарбху, Бхагават сандарбху. Кришна, он Бхагаван или нет? Параматма сандарбха. Как параматма находится в душе из каждого, кто такая параматма? Как Бхагаван пребывает в каждом сердце, это в параматма сандарбхе описывается. И вот Джива Госвами Пад, он написал Прити Сандарбху на такого большого размера. Если Шрила Бхактивинода Тхакура бы не было, как мы могли бы, ну, да, как без Шрилы Бхактивинода Тхакура мы могли бы понять все, что говорится в этих книгах, они сами по себе огромные и очень объемные. Их всех прочесть долгое время нужно, годы. И Бхагаван, он вечно благодарен Шриле Бхактивинода Тхакуру, потому что тот представил все учение Госвами в очень сжатом, простом и легком для понимания виде. Джива Госвами также написал вот этот самоучитель по санскритской грамматике. И причем написал таким образом, чтобы мы не теряли свое время зря в чтении и изучении принципов грамматики. Кто-то говорит, что математика очень сложна, но кому-то нравится, мне, например. И таким образом Джива Госвами Пад очень удачлив в том, чтобы это, в это две короны. В каждой грамматической формуле он использует имена Бхагавана, Джанардан, Тривикрам, Вамана и прочее. И вот когда Махапрабху хотел учил своих этих студентов грамматики, он плакал и говорил, что думал, не могу вас больше учить в грамматике. Учитель, что с вами случилось? А раньше ваше объяснение было хорошо, и сейчас ничего не понимаем. Вы только имена Рама, Кришна, Джанардана повторяете и Бхагаван. Mahaprabhu finally drinking every day. Mahaprabhu, I mean, after coming back from Gaya, funeral cake, after offering funeral cake to father in the name of father Jagannath Mishra, after that gone crazy Gauranga. Thousands of disciples coming from all over India to take a lesson from Nimai Pandit. И вот к Махапрабху, к Нимай Пандиту, множество учеников приехало со всей Индии. Он написал комментарий на логику, на вьякарон, ну, вот потом отказался от всего. И вот Махапрабху плакал и говорил, я не могу больше заниматься этой грамматикой, преподаванием грамматики, хочу прекратить все.
И вот он завязал все эти книги, обернул тканью, завязал и сказал, что с сегодняшнего дня будем совершать киртан. И сказал, что больше грамматику не может преподавать. Even translation of thousands of books translated by some institute, all wrong. When I go through a say Maharaj reading, stop. They pay money to outside man and get it translated. You write this way, wrong. So without kipa Gurudev not possible. И вот без милости Гурудева ничто нельзя сделать достойно признак ученика. Как вчера я написал письмо для Матаджи. Я сказал, когда я видел вашу связь с Гурудевом, я был счастлив. Я сказал это от чистого сердца. Если у вас есть связь с Гурудевом, я очень счастлив. И вот Махапрабху сказал, что я больше не могу преподавать грамматику. И вот с тех пор эти ученики тоже сказали, что не хотят ни от кого другого грамматику изучать. И вот Джива Госвами Патон переписал этот учебник грамматики с таким образом, чтобы каждую секунду, если мы читаем его, то мы повторяли святые имена Верховного Господа. Харинамрита Вьякарана называется книга. И вот он. Ну, в общем, он представил все эту санскритскую грамматику в форме имен Господа. И вот в санскрите каждая буква, каждый звук имеет конкретное определенное произношение и положение языка, губ, всего прочего тоже нужно конкретным образом произносить конкретные буквы. И таким образом Джива Госвами Пад всегда нам помогает, чтобы мы не теряли свое время зря в процессе изучения санскритской грамматики, а повторяли святые имена. Вьякаран Бхакти вам не даст, но может дать, помочь понять многое. Когда вы уже обрели бхакти, это очень полезно. Я не говорю, что вьякаран бесполезен, он может помочь нам обрести бхакти, но если вы уже обрели бхакти, то пользу от этого вьякарана, от этой грамматики санскритской, тоже обретете. И вот Шанкарачарья написал то, что
When I am going to learn Vyakaran and going to leave body, at the time of my death, Vyakaran cannot help me to get rid of this material torture. Sampraapte sannihite kale nahi nahi rakshati dunkriya karane. Vyakaran, Vyakaran books cannot help me. И вот эти грамматика не может помочь нам. Духовной жизни, а бхакти, вот оно по-настоящему поможет. И вот таким образом наш Джива Госвамипад написал множество вещей, и все сандарбхи, даже седьмая сандарбха, крама сандарбха, она говорит о последовательности. Она отвечает на все запутанные вопросы. Так, крама сандарбха потом. И вот Джива Госвамипад, он таттвачарья, который объясняет Ачинтья Веда, Веда Татву в очень научном виде. И вот на основе Ачинтья Веда, Веда Татвы Рупа и Санатана, они все объясняют, но кто это поймет, но более точно, более конкретно Джива Госвамипад объяснил Ачинтья Веда, Веда Татву. В какой-то день я могу более подробно рассказать. И Джива Госвамипад по желанию Гуранги Махапрабху или нашей Гурварги Рупы Санатаны, он хотел рассказать о Сиддханте Мадхвачарье, и он в Крама Сандарбхе писал, что я обрел милость некой знающей личности. Вот Бритха Шива не значит старый, Шива значит знающий, или Паурама, вот там, где Параматала и Бритха Шив. Значит, они знающие, и Джива Госвамипад хотел всегда доказать, что мы принадлежим Мадва Сампрадай, и наша Сампрадая, Мадва Гауди Сампрадая, и относительно Ачинтья Веда, Веда Татвы. Если не сегодня, то в какой-то день я могу рассказать об Ачинтья Веда, Веда Татве. Джива Госвамипад прекрасным образом все это описал, чтобы доказать, что более Мадхвачарья хотел разоблачить Майвада Сиддханту. И я хочу также сказать нечто важное, что под руководством Джива Госвамипада Шрила Бхактивинода Тхакура говорит Ачинтья Веда, Веда Татва, Ачинтья. Ачинтья значит непостижимое. И вот Ачинтья значит непостижимое, то как ее понять? Если Ачинтья значит за пределами человеческого понимания, но все же наша Гурварга говорит Ачинтья. Это слово, несомненно, значит непостижимо за пределами человеческого понимания, но все же. Это может быть узнано по милости Премы. Кто-то может подумать, если это Ачинтья непостижимо, зачем пытаться понять, но все же есть какой-то уровень, который за пределами логики.
Это зовется уровень любви, притти. Если мы достигнем того уровня, мы поймем беда и обеду. Это единство и разнообразие, единство и различие. И вот Шрила Бхакти, он такого писал, такие, вот это. Now this Achinta Veda Ved, I mean Veda and Aved. Veda Aved, na? Both. Samadhi is a Ved and Aved. Our Bhaktivinoda was speaking. И вот Шрила Бхакти, он такого говорит. Есть два слова, беда и обеда. One is Ved and one is Aved. So within these two words, этими двумя словами, здесь беда более значима, более выделяющаяся. И вот Шрила Бхакти, он такого говорит, что эти два слова мы можем найти, беда и обеда. И вот среди этих двух вещей, если беда не была бы выделяющейся, то беда, различия, если бы не выделялась она, то другое единство, оно бы не было столь важно. И вот среди этих двух слов, вот она беда, разница, различия, более выделяющаяся. Иначе, если мы думаем, что беда менее важна, то вся сиддханта становится бесполезной. И в какой-то день я объясню это. И вот Джива Госвамипад. И не могу говорить больше, поскольку его слова бесконечны. Кто-то говорит, что Джива Госвамипад не написал Мадхур Сиддханта Вичар. Но мы должны отлупить таких людей. Есть Мадхав Утсав. Эта книга написана Джива Госвамипадом. Гопал Чампу, тоже Джива Госвамипад написал. Эти люди слепы. Они говорят какую-то ересь. Джива Госвамипад, он Виласа Манджари. В Кришна Лиле он Виласа Манджари. Как можем сказать так? И относительно Паки и Саки. И вот кто-то говорит, что Джива Госвамипад говорил, попытался утвердить сакью расу, а тот паракию. Но я говорил уже, что паракия раса — это окей, хорошо, но в нити джагати, в духовном мире, это паракия раса вечно присутствует, но все же это сакья. Я вот Махараджа раньше говорил об этом и сейчас хочет закончить. So, the sloka I started with already, I already explained. So, different kind of dissatisfaction, discontent can follow us, but in the beginning we'll have to try. Like, when I start learning swimming in a swimming pool, then many times I drink water. The teacher told me, Teacher teach me. Пытался, учился плавать, то воды нахлебывался всегда. И учитель плавания говорил, пока не нахлебаетесь воды, плавать не научитесь. И вот так же мы должны ухватиться за Гуру Вайшнавов и пытаться плавать в этом океане Сидданты. Если вы пришли на этот путь, то это значит, что вы очень удачливы. Не каждый приходит. Далеко не каждый приходит на этот путь. И, несомненно, какая-то милость пролилась на вас. В этой жизни вы должны достичь успеха. Не нужно откладывать на следующее.
Если вы потеряетесь, где вас потом искать? И Ватчакарпатрамасикпад.